Всем здравствуйте! На одной из э, первых э, выставок в открытом классе Ленси наша Ленсиуша мама девочек выиграла набор постеров картинок художницы. Ну, там были разные породы британцы, персы какие-то подарили, а вот это был, угадайте кто? Ну я думаю, что вы сразу догадались, кто это. Это мейнкун. Выставка была э, в начале февраля. У нас удивило такое изображение кошек, представление в костюмах было очень забавно. И муж решил сделать подарок Хьюстону к 23 февраля. Вот. Он обратился к художнице, нашел ее. И на 23 февраля посмотрите, что у нас появилось. Ну как, узнали? Похоже лицо-то. Я думаю, что все узнали сразу, кто это. Ну, для тех, кто нас смотрит первый раз, это наш Хьюстон, папа девочек. То есть мама выиграла картины, а папе в подарок нарисовали его. Вот так вот.